Як тому, що благодаря цьому тесту ми виграємо чехол для дівчинки. Ви можете согласитися, либо відмовитися. Ви даєте свій телефон по тестуру. Хорошо. Пожалуйста, оденьте его сюда. Да, можно на сцену бросить, можно подняться на сцену. Вот, и я сейчас покажу чехол, который, собственно, покручим наши гости. Поднимитесь, обойдите сцену, если вам. Вот так бросить, да? Окей, давайте сделаем обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. У вас... А, вы уже бросили? Мы должны были сделать обратный... Это не считать. Мы должны были сделать обратный отсчет. Держите. Ну что, готов? У вас есть второй телефон, Саша, да? Для связи. Готовы, друзья? Давайте. 5, 4, 3, 2, 1. Один я считал, что ли, могу понять. Что происходит? Ну что ж, дорогие друзья, телефон целый, все работает, кнопки работают, все светится. Спасибо огромное. Я прошу, верните молодому человеку чехол, он его выиграл. Если можно, вручайте, пожалуйста, вот этот подарок, который был прям вам. Получает девушка с телефоном 6+. Мы вас поздравляем. Спасибо за участие. Что у нас есть по времени? Можем ли мы...